Ассаламу алейкум всем! Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие родные, близкие, всем, кто смотрит меня, мир в вашу дому. Друзья, у меня сегодня рецепт из виноградного листья, один из самых знаменитых блюд Узбекистана – долма. И мы будем сегодня готовить долму. Посмотрите видеоролик до конца, потому что необычное блюдо, бабушкины секреты. И получается вкусно, красиво. Если один раз сами будете готовить, то сами знаете, какой получается вкус. Если видеоролик вам понравился, ставьте лайк, оставьте комментарий и не забудьте подписаться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Дорогие друзья, начинаем готовить. Для этого нам понадобится, конечно же, зелени, все такие разные зелени, укроп, кинза, петрушка. Вот мясо у нас, фарш, где-то 400-500 грамм. Можно и без мяса готовить, без фарша. Виноградные листья, соль по вкусу, черный молотый перец, 4-5 штук репчатый лук, 4 головки чеснока, 2 яйца, рис, вот, растительное масло. Конечно же, вареная картошка. Thank you.